Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем делать макет шестикратной оптики для нашего бульдога из игры Метро Исход. Приступаем к работе. Шаблончик находится в описании под видео. Большое спасибо за него моему другу Адаму Коновалову. В качестве основы присела я возьму вот такую вот 32-ю канализационную трубку с переходником, а также вот такую вот муфту. Внутри надо будет проточить, чтобы она смогла полностью продеваться. Внутренности муфты растачиваются бормашиной на раз-два. Данные составляющие были приобретены мной в гипермаркете Мегастрой. Маркировку тоже стачиваем, она нам ни к чему. Потом еще абразивной бумагой по ней пройдемся. По шаблону отмеряем необходимую длину заготовки основы оптики. И отрезаем. Самый аккуратный, но долгий вариант сделать работу канцелярским ножом. Края, как всегда, получились неровными. Что ж, сейчас напильник все исправит. Настало время фиксировать муфту на основе. Заранее помечаем место посадки и продеваем. А теперь пора готовить полосы из бумаги для утолщений нашего шестикратного прицела. И как всегда, в расход идут старые шаблоны. А как потом приклеить эти утолщения правильно? Смотрите, самое главное, чтобы край полосы был зафиксирован под прямым углом. Результат вы видите сейчас на экране. В своем старом барахле нашел незамысловатую крышку от дезодоранта. Отрежем дно, и пойдет она у нас в качестве наглазника. Для прицела я подготовил много разных маленьких деталей, отысканных в коробке с детализацией. Передняя часть оптики выполнена из крышки банки для зубочисток, которую я использовал в свое время для наглазников прицелов ПСО-1. Прикольно вот так из разного, казалось бы, мусора изготавливать неплохие вещи. Приклеиваем ее на суперклей точно так же, как и наглазник. Платформа под тумблер. Ничего в моих запасах похожего не было, так что сделаю из ПВХ-пластика. Да, ребят, если у вас нет готовых деталек, наглазника, передней части, не беда, из бумаги все легко делается. Три слоя основы, место посадки и три ребра. Вот как-то так. Неровности – это неотъемлемая часть крафта чего-либо бутербродным способом, но большой проблемой они не являются. Для нормальной посадки платформы с обратной стороны не помешала бы полукруглая выемка. Края полос бумаги очень выделяются и портят внешний вид поделки. Перед тем, как обрабатывать их, советую пропитать бумагу цианакрилатом, иначе будет махриться. В передней части необходимо сделать насечки, лучший вариант – это нож. Опять старый хлам меня спас. Нашел вот такие кольца, на них потом приклею кронштейн для крепления к винтовке. Из МДФ такие сделать легче простого. А вот и сам кронштейн. Церемониться не стал, отрезал от алюминиевой полосы пластину длиной 14 см, 6 из которых это загнутые края. Просверлим в кронштейне отверстие. После всего этого приклеиваем деталь к основе. Далее устанавливаем гнездо под батарею крона. Вообще, в оригинале там батарея просто зафиксирована двумя скобами, но я решил сделать гнездо. Самой батареи крона у меня не оказалось. Гнездо я решил тоже обклеить скобой, чтобы все выглядело более реалистично. Так как у меня есть картон толщиной 1 мм, металл для изготовления скоб было решено не использовать. Затем я присоединил две маленьких муфты, через них проходит проводка прицела. Опять-таки использовал то, что у меня уже было. Пока я дальше занимаюсь детализацией, вы можете выбрать, что мне сделать по вселенной метро в будущем. Рельсу? Автомат Сэмми? Или шлем бойца Спарты? Подсказка, как всегда, находится в правом верхнем углу экрана. Тем временем нам осталось вставить в отверстие скоб винты. После покраски оптики в черный матовый цвет идет везеринг. Без потертости в метро ничего не бывает, так что полузасохший строительный маркер – твой выход. Платформу тумблера, окрашенную в темно-зеленый цвет, ставим на свое место. Самого тумблера не было, но зато есть похожая деталь, у которой также имеется переключатель. Устанавливаем. Наглазник в оригинале зафиксирован металлическим хомутом.
не отходя от канона, делаем то же самое. Линзы для оптики. Вырезал из тонкого прозрачного пластика. На передней линзе мы должны нарисовать прицельную сетку. К слову, сетка там такая же, как у ПСО-1. Для изображения мной использовался черный перманентный маркер. Давайте посмотрим на готовый прицел. Лично мне очень нравится, сходство с оригиналом определенно есть. Осталось поставить прицел на бульдог. В кронштейне отверстия под винты есть, делаем их на винтовке. Каким образом фиксируется прицел? Продеваем винты, ставим оптику и закручиваем как следует гайки. Готово! Ну что, дорогие зрители, понравился видос? Тогда с вас лайк, подписка на канал и поделиться роликом с друзьями не забудьте. Всем пока!